Перми эвакуировали Департамент общественной безопасности и ряд других организаций. В доме номер 10 по улице Сибирской, где они расположены, нашли подозрительный бесхозный предмет. Это случилось около 3 часов дня. Сверток какой-то, вызвали кинолога, все службы. Собака понюхала, и ничего нету. Обнаружили просто неизвестный предмет. Неизвестный пакет? Предмет. А, предмет? Да, там аккумулятор, видимо, был. Ничего страшного. Ничего страшного. А где обнаружили пакет? Где-то? Там подвесил. Сотрудники позвонили в полицию, экстренные службы оцепили территорию, прилегающую к зданию. В ходе проверки под лестницей, ведущей на второй этаж, кинологи обнаружили пакет. Из здания эвакуировали 28 человек, сотрудников и посетителей нескольких городских организаций. Департамента общественной безопасности, Управления гражданской защиты и казначейства. В пакете находился использованный аккумулятор. Оцепление сняли, люди вернулись на рабочие места. Теперь следователи ищут ответы на вопросы, кто и зачем оставил подозрительный предмет в здании, а главное, специально он это сделал или случайно.